Продолжаем наш обзор на Павлов VR. Сейчас мне опять адлагнет вся эта хрень. Тут очень почему-то есть баги на этой карте. Хз, почему? РПГ, мать его. А нельзя, типа... Нет, нельзя. Окей. Что? Так. Ух ты ж. Засовываем. Так, все. И можно... Да. Ладно, более-менее. Окей. А здесь у нас уже идут снайперки, штурмовые, вот AR, КК-47, эмочка любимая наша, фалос. Забудем. Окей. Шутку потом расскажу. АУК, ФАМАС. Короче, ладно, ФАМАС. Да, точно. Он уже здесь есть. Окей. Перезарядка есть? Все. Окей, так, пум-пум-пум, АВП, ДКС-очки, думаю, что для любителей КС самое то. Почему здесь коллиматор стоит такой странный? Так. Ну, более-менее реалистично. А ну-ка. Пять. А вот все. Слушайте, даже просчитали этот момент. Окей, дальше у нас здесь обычные дробаши для любителей Half-Life. В принципе, вот этот, я думаю, что должен быть знакомым. Можно разложить как-нибудь. Да, можно. Мощная штука, очень классная против зомбаков. И по одной вставляем. Все. Так, перезарядить не хочешь? Отлично. Так, дальше у нас идет вот такая вот штука. Бизончик наш любимый. Просто вот этот отдел вооружений разных европейских стран. Армия. Ладно, сойдет. Пум-пум. Просто какая-то КС-1.6 в руке у меня. Пулеметик. Неге, по-моему. А ну-ка, дай посмотрим перезарядочку. Перезарядочка как здесь осуществляется. Руками. Окей, перезарядка теперь давай. Что-то он не инжектится. Его просто нужно убирать. Окей, понял. Не хочешь засунуть там это? Эй. Алло. И как это осуществить заряд? Ой, на себя не направил. Слушай, хз, как здесь зарядить его? Ладно, фиг его знает. Не знаю, что подлагивать на этой карте. О, русская снайперка. Если не понял, здесь уже впаян глушитель, или его не убрать. Да блин, что так лагает здесь? Алло. Почему игра такая не оптимизирована? Знаешь, она в бете, но чтобы настолько в бете. О, кар 95, слушайте. А ну-ка. Давайте накрутим коллиматор сюда какой-нибудь.
Ну да, точно. Это же как. Окей. А, это просто есть такой вот. Слушайте, калаш, ну попробуйте. Здесь по калашу можно все будет понять. Ну хорошо. Ау. Так, одиночная и тройная стрельба есть. Коллиматор можно настраивать? Слушай, давайте на кого перезаряжаюсь, мне прям интересно. Слушайте, классно, мне нравится здесь, в принципе, все довольно неправдоподобно, особенно вот так вот делать. Отдача здесь нехилая, конечно, глухо. Все дела. А не хочешь защелкнуть? Спасибо. Не, глок здесь классно сделан, конечно. Да, это прям любимое оружие. Слушай, давайте в русскую рулетку сыграем. Блин, здесь видно, какой патрон. О! Неожиданно. Короче, реально можно играть в русскую рулетку вот здесь, в единственной игре на Окулусе. Вот это удивительно прям, реально. Слушайте, а вот сейчас не получилось. О, получилось. Забавно, слушайте. О, у меня такой был, кстати. Правда, не... не настоящий, скажем так. А этот... страйкбольный. Слушайте, а у него же не такой точно реально? Он выглядит классно, довольно правдоподобно. Ну, глок прям... Слушайте, если вы видели глоки от Сымы, я же похож, здесь, конечно, нет такого вот, не приближается никак, но... похож на глок от Сымы. Потому что настоящий глок тоже сделан из пластика. Правда, у Сымы чуть больше по размеру глок. Но он тоже из пластика, как и настоящий. Из такого удара прочного, чтобы он легким был. Он весит 500 грамм всего лишь, поэтому очень удобно стрелять из него. Конечно, двумя руками. Переключается в режим стрельбы одиночный. Ой. Так, слушайте, давайте... Вот, видите, я переключаю. Кстати, как он вытаскивает? Нет, тут, короче, чтобы эту кнопочку нажимаешь, и вытаскивается вот эту. Нажимаешь, и вытаскивается обойма. Здесь, конечно, анимации нет, жалко, но... Но режим стрельбы соблюдены, и даже вроде... Да. Мне все подходит. Так, граната оригинальная, просто военная гранатка. О, черт. Он шел. Ау. Я задел. Так, флешка. Тем людям с LPL. Осколочные. Вот это вообще опасно убить всех просто. И самая обычная КС-очка граната американской армии. Не, ну флешка, пушка. Окей, от нее есть? Можно спастись? Нет, нельзя. Правильно, правильно, хорошо. Только она не свет шумовая должна быть. Ну ладно, фиг с ним, это просто игра. Кстати, коллиматоры, глушаки. Ну, мне пока что нравится. Мне пока что нравится, все более-менее правдоподобно.
По-моему, все оружие смотрели почти, кроме вот этого. Естественно, тоже. Меняем перезарядочку, делаем вот так. Коллиматор. Ткар, это мы смотрели. Фомас мы смотрели. Вот, штучку не посмотрели, какую классную. Отлично, перезарядочку. Ой, простите. Эй. О, перезаряди. Кажется, вот здесь, конечно, не очень удобно. Ну, в принципе, для боев сойдет. По мне, так из всего этого, конечно, калаш выигрывает. Просто берешь и... Либо ты берешь АУК просто. Должь вот... Одиночную. Либо можно вообще не париться, просто взять эту штучку, сделать вот так вот. И вот так. Слышу бомбу. А, мы еще вот это не посмотрели точно. Ну, здесь что смотреть, в принципе. Здесь раскладывается автоматом. Это быстро. И вряд ли там бой на силу такая хорошая. Просто более такой брони, если все в ней входят, то... Здесь можно сказать коллиматор накрутить. Давайте посмотрим, что здесь можно накрутить. Ой. Глушак. Конечно. Подожди, мне интересно, это продумано? Ой, что я взял? Ну, конечно, должно... Давай, давай, давай. Мне интересно. Не, видимо, продумали, слушайте. Ну, все можно. Ну, хорошо, окей. Могу хотя бы стойку взять? Да, отлично. Слушай, давай попробуем, как мы будем стрелять. Ну, одиночными, да, это и так понятно. Вот так можно контролировать, кстати, уже и разброс. Если по одиночке, то... Ладно, сойдет. Слушай, мне нравится, в принципе, сойдет для игры. Посмотрим в следующий раз. А, мы не попробовали самого главного. Во-первых, это такую темочку. Одиночная и неодиночная стрельба. Очередная и одиночная, вот. А, здесь у нас мы пробовали самую главную снайпу. А, град. О, ну прям даже, прям слышится еще. Вот отсюда составляется, вот так делается. Можно, ну, только поставить? Нет, к сожалению. А, мы еще вот мы пробовали, вот это классное оружие. Одиночное и множество. Не, очередная. И вот, вот это последнее, новое. Одиночное и автомат. Ладно, ребят, всем спасибо за просмотр. Оцените видео, ставьте лайки, чтобы, если вы хотите увидеть продолжение всего этого банкета оружия. Всем удачи, всем пока. Это был Павлов VR бета-версия.